соблазнительная мощь каждый день. Основой этого родстера является автомобиль, давший новое понимание термину «доступный спортивный автомобиль». И родстер предлагает своим владельцам даже больше, чем купе. Он создан, чтобы дарить удовольствие от езды. Каждый день, в каждой поездке. 370Z оснащен множеством передовых в технологическом плане систем. Например, трансмиссией, автоматически открывающей дроссель на строго определенную величину, соответствующую скорости вала привода передних колес при переключении на повышенные и пониженные передачи. Именно такой подход, внимание к деталям, и позволяет любому водителю, независимо от уровня мастерства, в полной мере ощутить мощь этого доступного и на 100% спортивного автомобиля. С опущенной крышей задняя часть машины заметно выделяется, контрастируя с плавными линиями автомобиля, что добавляет его внешнему облику агрессивности. Формы нового, укороченного 370Z определяют длинный капот и короткий кокпит, а вертикальные дверные ручки уводят взгляд дальше, усиливая впечатление.
Даже сама грань между концептом и реальностью прекрасна. После 7 лет ожидания Chevrolet Camaro возвращается. Его стиль отдает дань уважения оригинальному Camaro 60-х. SS — самая мощная версия Camaro, оснащенная 6,2-литровым V8, независимой передней и задней подвеской, что является новшеством для этого автомобиля. В итоге обеспечивается отличная стабильность на поворотах. В стиле Camaro прослеживаются классические черты — большая колесная база, нос в форме буквы V и 6-сантиметровый воздухозаборник в алюминиевом капоте. Крыша с двойным подъемом отсылает к облику Corvette и сообщает новому Camaro узнаваемый фирменный облик Chevrolet.
McLaren F1, спроектированный Гордоном Мюрреем, являлся обладателем звания самого быстрого серийного автомобиля в мире на протяжении 7 лет. Есть машины и быстрее, но McLaren F1 до сих пор является быстрейшим безнадувным серийным автомобилем, развивающим скорость 386 км в час, зафиксированную 31 марта 1998 года. При весе всего в 1140 кг McLaren F1, оснащенный специально сконструированным 6,1-литровым V12 компании BMW, способен достигать скорости 386 км в час за счет выверенной аэродинамики и невероятного внимания к деталям. Учитывая отсутствие усилителя руля и тормозов, машина предъявляет повышенные требования к водителю, но и щедро вознаграждает его ни с чем не сравнимым удовольствием от вождения. McLaren F1 обладает набором уникальных характеристик, которые были введены для удобства водителя и ради увеличения производительности. Например, центральное расположение сидения водителя и моторный отсек облицованы золотой фольгой для распределения тепла. Всего было построено 64 автомобиля для эксплуатации на дорогах общего пользования, из-за чего цена автомобиля возросла вдвое по сравнению с оригинальной.
Копы округа Сикрест все назойливее. Чтобы поставить их на место, у вас есть ЭМИ-генератор, аналогичный полицейскому. Система ЭМИ позволяет послать в сторону цели направленный электромагнитный импульс. Для работы системе необходимо правильное наведение. Направив на объект импульс, вы должны сохранить его в пределах прямой зоны видимости, чтобы сработала система слежения. Задетая ЭМИ-машина будет повреждена и временно обездвижена. Используйте это время. Этот четырехместный кабриолет знаменует важную веху в истории Maserati. Grand Cabrio создан для тех, кто ценит хороший вкус, итальянскую элегантность и мощь. 4,7-литровый безнаддувный V8 с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр работает очень плавно. Благодаря расположению двигателя непосредственно за передними колесами, автомобиль из-за развесовки с небольшим уклоном на заднюю ось даже с открытым верхом прекрасно управляется. Кузов Grand Cabrio созданы студией Pininfarina в сочетании с пониженным клиренсом и удлиненным капотом создает впечатление мягкой кошачьей грации. Машину украшают хромированные детали, равно как и фирменный трезубец на решетке радиатора. Тем же маршрутом. Всем постам. Машины перекрытия готовы и ждут приказа. Преследуем белый Maserati. Полиция округа. Шипами готовы. Нарушитель въехал в пустыню. Всем машинам заграждение не сработало. Погоня направляется в Grand Ocean Road. Преследуемая машина попала в аварию.